370 километров региональных дорог отремонтировано в прошлом году. 10 километров построено заново. Что касается дорог местного значения, капитально обновлены 150 километров, 43 километра абсолютно новые. Мы в прошлом году построили 3 новых моста. Это в Веселовском, Октябрьском и в Дубовском районе. В Дубовском районе построили мост, который вообще был у нас затопляемый. И в период паводка населенные пункты были отрезаны от внешнего мира. Дети не ходили в школу. Но, как говорит губернатор, нужно не ревизировать прошлые заслуги, а работать над ошибками и над перспективными задачами. В этом году начинаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Впервые деньги из федерального бюджета пойдут на ремонт и строительство дорог в 3 агломерациях – Ростовской, Шахтинской и Таганрогской, в которые входят 21 муниципалитет. На эти цели потратят больше 6 миллиардов рублей. Дорога от Северного обхода до Платова расширится в этом году до 4 полос, а в Каменске будет построен новый мост через Северский Донец. А оздоровлению реки Темирник отведена отдельная региональная программа. Объем финансирования программы 1,5 миллиарда рублей, срок реализации 4 года, большое количество мероприятий очень емких и крупных, направленных на реконструкцию и строительство очистных сооружений, реабилитацию непосредственно самой реки и создание непрерывного экологического парка. Примечательно, что большую часть суммы, 1,2 миллиарда рублей, выделяет областная казна. Кроме природоохранного ведомства, в реализации программы будут принимать участие Минстрой, МинЖКХ, Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, администрации Ростова, Мясниковского и Аксайского районов. Мария Индрикова, Дагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.